Многие экономические вопросы из повестки союзного государства перенесены на площадку Евразийского экономического союза. Многие вопросы мы попытались решить в ЕАЭС. К сожалению, процесс евразийской интеграции, сегодня уже можно сказать, я после того, как журналисты задавали мне вопрос, проанализировал это, вообще процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях, ограничениях для наших субъектов хозяйственных. А отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой. Но перед нашим Евразийским экономическим союзом ставились также другие важные цели – создание общего рынка и равных условий. Может быть, необходимо вернуться к пакетному принципу в решении острых вопросов, а также при устранении барьеров и ограничений. Ответ на этот вопрос важен для будущего евразийской интеграции. Ключевым рынком для Беларуси остается регион Содружества независимых государств, где хорошо знают отечественную продукцию. Сюда я добавлю Украину и Грузию, с которыми у нас большой масштаб и объем торговли и добрые отношения. Поэтому экономическая составляющая является приоритетом работы правительства. Ведь площадка СНГ для многих постсоветских стран является единственным объединяющим звеном возможностью хоть как-то выстроить отношения.